Младший брат. Младший брат. Зазвенели птичьи голоса, в саду цвела сирень. Весной Андрюша родился в один хороший день. Гордится мальчиком отец, а Света ей 6 лет. Кричит братишке: «Молодец, что родился на свет!» Две сестры глядят на братца. Две сестры глядят на братца. Маленький, неловкий, не умеет улыбаться, только хмурит бровки. Младший брат чихнул с просонок, радуются сестры. Вот уже растет ребенок, он чихнул, как взрослый. Света думает. Утром сад в сиянье, в блеске, на кустах горит роса. Над коляской занавески поднялись, как паруса. Ветерок листву качает. Света думает. А вдруг все мальчишка замечает. Он лежит, глядит вокруг. Мы в саду забудем книжку или влезем на забор. Поглядит на нас братишка, будет брать пример с сестер. Говорит сердито братцу Света, старшая сестра. Подрастешь? Не вздумай драться, например, как мы вчера. Комары. Всех разморило от жары. В саду сейчас прохлада, но так кусают комары, что хоть беги из сада. Марина, младшая сестра, воюет с комарами. Упрямый нрав у комара, но у нее упрямей. Она отгонит их рукой, они кружатся снова. Она кричит: «Позор какой! Напали на грудного!» И видит мама из окна, как храбрая Марина в саду сражается одна с отрядом комариным. Опять сидят 2 комара у малыша на пальце. Марина, храбрая сестра, хлоп по одеяльцу. Она убила комаров, забудут, как кусаться. Но раздается громкий рев испуганного братца. Купание. Купание, купание, полон дом народу. Целая компания в кухне греет воду. А мама в белой юбке, как капитан из рубки, дает команду бодро. Скорей несите ведра, мыльницы и губки. Удивляет братца вся эта суматоха. Зачем ему купаться? Ему и так неплохо. В ванне умный малый только щурит глазки. Здесь лежать, пожалуй, лучше, чем в коляске. Гроза. Начинается гроза. Потемнело в полдень. Полетел песок в глаза. В небе вспышки молний. Ветер треплет цветники на зеленом сквере. В дом ворвались сквозняки, распахнулись двери. Сестры в комнату скорей, мамы нету дома. Может, маленький Андрей испугаться грома? Вспыхнул на небе пожар, сосны зашумели. Сестры словно сторожа встали у постели. Но вполне спокоен брат, не заметил молний. Ручки вытащил и рад, и лежит довольный. Чепчик. Света тихо шепчет брату по секрету. Шью тебе я чепчик голубого цвета. Буду шить до вечера, завтра рано встану. Младший брат доверчиво смотрит на Светлану. Но прошло 3 месяца, вырос младший братик. Скоро не поместится он в своей кровати. Стал братишка крепче, возмужал за лето. Вот готов и чепчик голубого цвета.
Горькими слезами плачет мастерица. Жалуется маме: чепчик не годится. Страшная птица. На окошко села птаха. Брат закрыл глаза от страха. Это что за птица? Он ее боится. Клюв у этой птицы острый, встрепанные перья. Где же мама? Где же сестры? Ну, пропал теперь я. Кто тебя, сынок, обидел? Засмеялась мама. Ты воробушка увидел за оконной рамой. Дом проснулся на заре. Дом проснулся на заре. Слышно, как пила зазвенела во дворе, голос подала. Слышно, как топор стучит. Замолчал топор, завели дрова в печи, тихий разговор. Чайник в комнате запел. Я готов, я закипел. Пей горячий чай, чайник выключай. Бой часов и скрип дверей. И посуды звон слышит маленький Андрей по утрам сквозь сон. К этим звукам, голосам младший брат привык. Громче всех кричит он сам. Слышен в доме по утрам звонкий детский крик. Погремушка. Как большой сидит Андрюшка на ковре перед крыльцом. У него в руках игрушка, погремушка с бубенцом. Мальчик смотрит, что за чудо! Мальчик очень удивлен. Не поймет он, ну откуда раздается этот звон? Разговор с мамой. Сын зовет. Агу, агу, мол, побудь со мною. А в ответ: я не могу, я посуду мою. Но опять «агу, агу» слышно с новой силой. И в ответ «бегу, бегу, не сердись, мой милый». Морковный сок. Глушит сорная трава кустики гороха. И морковь видна едва. В общем, дело плохо. Так не вырастет морковь, так не будет толку. Две сестры сегодня вновь вышли на прополку. У Маринки две руки и у Светы две руки. Хорошо пошла работа, берегитесь, сорняки. Поработали часок и, пожалуй, хватит. Будет пить морковный сок через месяц братик. Мама уходит на работу. Сын узнает родителей. Не так уже он мал. Но маму в темном кителе сегодня не узнал. «Это мама в форме», — ему твердит сестра. «Дежурить на платформе, работать ей пора». Что ж, сердце ведь не камень, не сердится Андрей. Узнал он голос мамин и потянулся к ней. В честь Андрея. Дуб качает головою, сосны ветками шумят, и осыпан мокрой хвоей по утрам осенний сад. Но сегодня в честь Андрея стало солнышко добрее. Нынче мальчику полгода, вот и ясная погода. В честь Андрюши будут пляски, ребятишек полон двор. Мальчик смотрит из коляски на танцующих сестер. Он сидит, как зритель в ложе, у него в руках букет. Он и сам сплясал бы тоже, да устойчивости нет. Встреча. Ни в машине легковой, ни в подводе тряской едет брат по мостовой в собственной коляске. С горки на горку, по городу Загорску. Вдруг откуда ни возьмись, как принцесса в сказке, едет важно с горки вниз девочка в коляске. С горки на горку, по городу Загорску. Но уже коляски нет, скрылась незнакомка. Поглядел Андрюша вслед и
заплакал громко. На косогоре. На косогоре, на травке устроясь, девочки ждут, вот появится поезд. Дальний гудит и проносится мимо, мчится окутанный клубами дыма. Слушают сестры гудков перекличку. Папа сейчас поведет электричку. Девочки знают, в 14:30 папин состав мимо станции мчится. Сестры повыше приподняли братца, пусть поглядит, как вагоны промчатся. Наступили холода. Ветер на терраске, холодно в коляске. На Андрейке телогрейки, кофты, рукавицы. Полосатый шарф Андрейке принесли сестрицы. Он сидит, едва дыша, в телогрейке пестрой. Как на полюс малыша снарядили сестры. «Привыкай и к холодам», — объясняет Света. «И зима заходит к нам, а не только лето». Башмаки. Брату впору башмаки, ни малы, ни велики. Их надели на Андрюшку, но не с места он пока. Он их принял за игрушку, глаз не сводит с башмака. Мальчик с толком, с расстановкой занимается обновкой. То погладит башмаки, то потянет за шнурки. Сел Андрей и поднял ногу. Языком лизнул башмак. Ну, теперь пора в дорогу. Можно делать первый шаг. Машенька. Кто-кто в этой комнате живет? Кто-кто вместе с солнышком встает? Это Машенька проснулась, сбоку на бок повернулась и, откинув одеяло, вдруг сама на ножки встала. Здесь не комната большая, здесь огромная страна. Два дивана великана. Вот зеленая поляна, это коврик у окна. Потянулась Машенька к зеркалу рукой. Удивилась Машенька, кто же там такой? Она дошла до стула, немножко отдохнула, постояла у стола и опять вперед пошла. Буква Р. 5 лет Сереже в январе. Пока 4, 5. Но с ним играют во дворе и взрослые ребята. А как на санках, например, он с гор слетает смело. Сереже только буква Р немного портит дело. На брата сердится сестра. Ее зовут Марина. А он стоит среди двора, кричит: «Ты где, Малина?» Она твердит: «Прижми язык, прижми покрепче к небу». Он, как прилежный ученик, берется за учебу. Твердит Марина: «Рак, ручей». Марина учит брата. Он повторяет: «Лак, лучей», вздыхая виновато. Она твердит: «Скажи метро, в метро поедем к дяде». «Нет», отвечает он хитро, «в автобус лучше сядем». Не так легко сказать ремень, мороз, река, простуда. Но как-то раз в январский день с утра случилось чудо. Чихнула старшая сестра, он крикнул: «Будь здорова!» А ведь не мог еще вчера сказать он это слово. Помощница. У Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. Вот у Тани сколько дела. Таня ела, чай пила, села с мамой посидела, встала к бабушке пошла. Перед сном сказала маме: «Вы меня разденьте сами, я устала, не могу, я вам завтра помогу». Настенька. Едет, едет Настенька в новенькой коляске.
открывает ясные новенькие глазки. Подбегает к Настеньке паренек вихрастенький. Сговориться с Настей вовсе не могу. Говорю ей «здрасте», а она «агу». Настенька не в духе, к ней пристали мухи. Мама на скамейке охраняет дочь. «Тут летать не смейте, вас прогоним прочь». Подбегает к Настеньке паренек вихрастенький. Да чего она мала, с мухой сладить не смогла. И как взрослый он вздыхает. «Эх, Настасья, ничего ты не умеешь, вот несчастье». «Подожди, мы поумнеем», — отвечала мама. «Улыбаться мы умеем, разве это мама?» «Мало. И сегодня мы как раз улыбнулись в первый раз». Соседка Таня лет 5 спросила, «Можно мне войти? Пусть Настенька проснется, пускай мне улыбнется». Соседка Нина лет 6 спросила, «Можно мне войти? Пусть Настенька проснется, пускай мне улыбнется». И Настенька старается, лежит и улыбается. Есть у Насти старший брат. Ходит он нахмуренный. Неприятность, говорят, у команды Юриной. Футболисты, вот беда, были все освистаны. Что ж, бывает иногда это с футболистами. Но с досады старший брат чуть не лезет на стену. Только вдруг он кинул взгляд на коляску Настину. Важно, лежа на спине, тянет ножку Настенька. Мол, иди скорее ко мне, у меня гимнастика. Мол, гляди, агу-агу, улыбаться я могу. Юра тоже улыбнулся, не остался он в долгу. Непонятно почему, стало радостно ему. Дождик, дождик хлещет в стекла, даже в доме темнота. Ой, как бабушка промокла, вышла утром без зонта. Говорит, ну, дело худо, мне теперь не сдобровать. Я боюсь, меня простуда не свалила бы в кровать. Ну, погода, ну, ненастье. Но под шум дождя в окне спит спокойно внучка Настя, улыбается во сне. Шепчет бабушка, откуда мне на ум пришла простуда? Нет, здоровой я вполне. Едет-едет Настенька в новенькой коляске, открывает ясные новенькие глазки. Подбегает к Настеньке паренек вихрастенький. Просит он, Настасья, улыбнись на счастье.